Итак, для всех, кто прошел наш курс молодого бойца по двум главным разновидностям русского бильярда, мы сообщаем радостную новость. Роман Киричук готов взять с собой всех желающих для еще большего погружения в технику бильярда. Обещает еще более детальный разбор теории и практики. Привет! С вами Роман Киричук и рубрика «Секреты мастерства». Возможно, не все наши зрители знают, что со мной можно поддерживать обратную связь. Можно писать на сайте ЛБ, писать ВКонтакте или звонить по телефону. Некоторые зрители даже снимают на видео свои удары и присылают их мне. И это дает мне возможность дать уже конкретные практические рекомендации. Как я могу судить по всем тем вопросам, которые мне задают зрители? Больше всего всех интересуют вопросы, связанные с техникой удара. Что включает в себя техника удара? На самом деле в это понятие входит все, что в той или иной степени влияет на качество удара. Во-первых, это стойка, в английском языке stance. Стойка должна быть удобной и устойчивой. Во-вторых, это мост, bridge. Положение пальцев, которое немного по-разному выставляется на каждом ударе и обеспечивает точный контролируемый удар. В-третьих, это grip, то есть хваткия, то, что происходит в правой кисти, та часть техники, которую мы сильнее всего чувствуем. И, наконец, само ударно-маховое движение, в английском stroke, то есть работа правой руки, включающая и замах, и сам удар, плюс некоторые движения руки уже после нанесения удара. Эти элементы можно разделить на две группы – неподвижные и подвижные. По важности и степени влияния на удар я бы на первое место поставил стойку и мост, то есть те элементы, которые должны всегда оставаться неподвижными. Любой малейший брак, любая неточность в них сразу же сказывается на качестве удара. И, кстати, подобного рода ошибки могут встречаться даже у хороших игроков. И, к сожалению, такие ошибки крайне сложно отследить самостоятельно. Поэтому очень хорошо, если есть человек, который может иногда со стороны следить за вашей игрой и в случае возникновения ненужных движений в стойке или в мосте сообщить вам об этом. А вот с хватом кия и самим ударным движением все немного сложнее. Можно задаться вопросом, почему различные игроки в русском бильярде, в пуле и в снукере играют по-разному, по-разному держат ки и выполняют удар, но при этом получают одинаковый результат. Можем ли мы сказать, что один хват явно предпочтительнее другого? Или различные хваты дают одинаковый результат, а все дело просто в привычке? Для ответов на эти вопросы нам потребуется некоторый практический инструмент. Этим инструментом будет методика оценки техники игрока, определенный набор упражнений, который позволит оценить технику и увидеть ошибки, если они есть, а также сравнить между собой различные техники удара. В первом упражнении мы ставим пару шаров на линию между средними лузами. Наша задача – забить оба шара в середину. Проще всего выполнить этот удар на совсем слабой силе, хотя можно пытаться делать этот удар и сильнее. После удара нужно обязательно оставить кий в том положении, в котором закончился удар. Положение кия после удара дает нам информацию о том, насколько ровно и качественно мы выполнили удар. Если кий после удара смещается влево или вправо от средней линии, это сразу указывает нам на неточность. Иногда это означает, что шар получил винт. И даже если при таком ударе биток все равно упадет, это укажет вам на потенциальную ошибку, которая может произойти при более сложном ударе. Во втором упражнении мы ставим прямую чужую угловую лузу на среднем расстоянии между шарами. Наша задача – забить шар с остановкой или минимальным прокатом битка, после чего мы используем его в качестве прицельного шара, таким образом пытаясь сделать максимальную серию ударов подряд. Для третьего упражнения мы ставим на столе небольшие ворота в районе первой и третьей точек, шириной 2 или 3 шара. Наша задача – бить шар вдоль центра стола, параллельно длинным бортам. Ворота нужны для того, чтобы игроку было проще контролировать удар вдоль выбранной линии. И стоит сказать, что сложность этого упражнения очень возрастает при попытке увеличить силу. Когда игрок пытается выбрать силу, чтобы шар не просто вернулся в дом, а сделал, к примеру, 3 коротких борта. В первом упражнении хороший результат – это если вы забиваете хотя бы 8 раз из 10 оба шара. Во втором упражнении хорошо, чтобы вы стабильно делали серии по 4-5 шаров. Для третьего упражнения хороший результат – это если хотя бы один раз из двух вы делаете 3 борта, не задевая ворота. Почему мы называем эти упражнения базовыми? Потому что для хорошего результата в этих упражнениях вам нужно всего 2 вещи – умение вставать в линию удара и умение выполнять ровный удар. Вам не нужны никакие специальные знания. Поэтому если ваши результаты в этих упражнениях плохие, это означает, что у вас есть проблемы в базовой технике удара. В таком случае вам может помочь техника, которую, в общем-то, можно назвать классической, потому что этой технике учат большинство тренеров и в русском бильярде, и в снукере, и в пуле. Мы обхватываем кий большими указательными пальцами, образуя кольцо, при этом практически не напрягая их, не сжимая кий. Остальные пальцы подкладываются под кий, и также мы их не напрягаем.
Подобное положение позволяет нам расслабленно держать ки и выполнять удар весом кия. Многие зрители интересуются тем, что такое удар весом кия, как его выполнить. Так вот, если мы фиксируем плечо, держим ки таким образом, расслабленной рукой, и длина нашего замаха соответствует длине прокола, то в таком положении удар выполняется весом кия. Это позволяет нам сохранить запястье расслабленным и не подхватывать ки во время удара, не подкручивать запястье, таким образом выполнять ровный удар. Итак, давайте подведем итоги. Любую технику удара мы будем тестировать при помощи определенных упражнений. И сегодня мы рассмотрели три базовых упражнения, для выполнения которых все, что нужно игроку, это ровный удар. И мы рассмотрели некоторую технику удара, которая позволяет игроку научиться выполнять ровный удар весом кия. На этом на сегодня все. С вами был Роман Киричук. До новых встреч!